была, и мы с ним куда-то поехали. А, вот, да, в автосалон выбирать машину новую, он поехал и меня с собой взял. Поехали, говорит, Лизу, машинки повыбираю. Всегда меня бы так называла, мне это прямо, ну, жутко не нравилось. Ну, безумно же что-то такое, такое прямо мерзкое, такое противное. Вот, и я еще тогда толстенькая была. Жирная типа? Ну, самая жирная, блин, нет, толстенькая, пухленькая девочка. Вот, еще очки носила. Все время Лизу просила, но я же мелкая, чего мне нельзя было. Ну, и что там дальше с автосалоном? Нет, ну, хотя вот так-то прикольно же было бы, да, Лизу мелкой носить. Хотя вот, потому что я очки носила, у меня зрение справилось. Теперь у меня идеально все. Да, это похудело тоже. Из очков типа, ну да, столько, сколько мы, не так похудеешь. А, ну так что, пригнали мы с ним тогда в автосалон, и я там такая хожу, машину смотрю, ну, да они все одинаковые были какие-то. Вот, я ходила, ну, прикольно там все так, окей, вот, а потом... Потом, как сейчас помню, выхожу, а там мотоцикл стоит, такой прямо настоящий. Корней типа, да? Да, какие еще бывают? Ну, всякие там эндуро, кроссы, там, чоперы, боберы. Да самый бобер, нет, ну это же байки, это спортивки просто, а мотоцикл, мотоцикл только один.